Слушайте песню «Подмосковные вечера». Трудно высказать и не высказать все, что на сердце у меня. Такую сложность участники звездного батла не испытали. 3 недели подряд в караоке-холл «Элвис» они отжигали в ритме 90-х, танцевали под Элвиса Пресли и, наконец, заговорили про любовь. Чувство внутри давно уже хотелось вырваться. Душа поет всегда, а если любишь, поет еще громче. У любви есть свои крылья. Ими-то одна из звездных пар взмахнула и обняла всех во время нежного исполнения песни. Слышу я вас, как опять по мне небо льет слезы. Ты придешь, спаси меня, обед завтрашнего дня. Мы очень долго выбирали, очень долго. Прежде чем выбрать эту песню, мы на репетиции пели раз, два, третью, четвертую эту песню. Наверное, потому что я действительно, как сказала, люблю ангела-хранителя, поэтому я эту песню смогла спеть. А любовь здесь, как мне кажется, в том, что ангел завтрашнего дня для нас – это какой-то человек. То есть, кого ты любишь, для кого ты хочешь жить для завтрашнего дня, он и есть твой ангел завтрашнего дня. Пока одни наслаждались вкусом коктейлей, другие растягивали момент удовольствия в такой поющей компании. Пластинку позитива закрутил в этот вечер и главный ценитель бодрого темпа. Просто все здорово, все эмоционально, все в отличном настроении. Я даже просто сам стою и подпеваю всем участникам. О любви сказать, не пером написать, лучше все артистизмом показать. Песни о новых отношениях, расставании и надежде на воскрешение любви. Чего только не скажешь через слова и музыку. На любое, по-моему, в этой жизни состояние уже придумана какая-то песня. Я иногда включаю плеер и случайный выбор. И какая-то у меня жизнь, ну, допустим, грустная. И сама песня как бы начинает, ну, играть. То есть из плеера. Ну, правда, у меня всегда шикарная музыка в плеере. 5 звездных пар за 3 недели репетиций и волнительных выступлений узнали, наконец, результаты своего певческого труда. Лучшие вокальные данные и артистизм жюри увидели у Анастасии Фефиловой и Ивана Якушина. Набрать победные баллы все участники еще смогут, если за оставшуюся неделю придумают что-то очень оригинальное и по-настоящему завораживающее всех гостей.